Важная веха в истории Русской Православной и Католической Церкви, а также всего христианского мира. Всего сутки остаются до первой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска. Сегодня предстоятель отправился с визитом в Латинскую Америку. Первая остановка на Кубе. Именно там, в международном аэропорту Гаваны, и состоится межцерковный диалог на высшем уровне. Как ожидается, главным вопросом станет защита христианства и христиан на Ближнем Востоке и в других кризисных регионах. Перед вылетом патриарх обратился к представителям духовенства, которые провожали его в аэропорту. Вы знаете, что путь мой далек лежит до Кубы, а затем по Латинской Америке, и поэтому требуются и духовные, и физические силы. Видя вас и надеясь на ваши молитвы, укрепляюсь духовно и физически. Подготовка первой в истории встречи главы Русской Православной Церкви и Папы Римского продолжалась несколько лет. Ожидается, что в Гаване патриарх и понтифик подпишут совместную декларацию. Накануне ее текст согласовывали до позднего вечера.